Только радость, веселье и хорошее настроение ждут всех детей и родителей, которые в День семьи, любви и верности решили приехать на этот праздник. Для гостей организовали конкурсы и викторины, а также мастер-класс. Все вместе учились танцевать и петь гимн Китбурга – города профессии для маленьких детей. Китбург – это модель настоящего города, где дети могут попробовать себя в роли разных профессий, освоить и получить определенные навыки, нужные им в жизни. Но все это в веселой форме происходит. Здесь сегодня у нас представлены такие игротеки, как школа ремесел, школа танцев, цветочная лавка, где ребята могут побыть флористами, служба спасения. Также есть мастер-классы для родителей, где они могут изготовить кукол, изготовить брелки из разных материалов. Для самых младших гостей праздника – гончарная мастерская и зона гигантских мыльных пузырей. Для любителей спорта – волейбольная площадка. А тем, кому больше нравится спокойный отдых, на свежем воздухе устроили аллею гамаков. У меня выходной день сегодня. Живу здесь неподалеку. С детьми решили выйти. Увидели в интернете, решили прийти с ребенком. Занимается мастер-классами. Да, интересно. Мы никогда здесь не были. Ребенку интересно посещение мастер-классов. Не жарко. Какое-то разнообразие. Ну и с семьей, так как сегодня праздник. Это для того, чтобы наши дети чувствовали всегда себя нужными и важными в жизни своих родителей. Соответственно, поэтому мы и устраиваем такие праздники. То есть мы хотим, чтобы семьи были более крепкими, да, чтобы они были активнее, да, приходили, отдыхали. Вот. Ну и мы, конечно, со своей стороны будем максимально прикладывать усилия по организации, чтобы было весело, вкусно и интересно. В планах у организаторов устраивать подобные праздники каждые выходные. А провели День семьи, любви и верности на свежем воздухе Наталья Мешкова, Святослав Данилов, Андрей Вовк, информационный канал Севастополя.